Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Ну, сейчас я буду заниматься очень приятным делом, то есть упаковкой подарков. И хотела бы показать вам некоторые вещи, которые, может быть, для вас тоже будут интересны, как идеи для подарков. Ну, во-первых, это вот такая вот прелесть. Это для своей малышки мы такое купили. Гладильная досточка, видите, с утюжком, с таким пульверизатором, в общем... Это он делает пшит-пшит, ну, короче, для девочки, я считаю, это просто классная вещичка, поскольку тримпелёчек, он, видите, и моя лялечка, Миленочка, она всегда просится, мама, мама, что хочет тоже погладить, я думаю, для нее это будет, вот эта вот гладильная досточка будет просто прекрасным подарочком. Затем следующие вещички. Вот мы купили для дочки и для внучки вот такие вот наборчики. Ну, все девчонки любят украшения, и поэтому я думаю, что та, что другая, будут очень-очень рады. Миленочки взяли вот такую вот корону, бусы, брошечка, и там еще есть заколочка. И внучки взяли вот такой вот бусики, браслетик, сережечки, ну, в общем, для девчонок. Еще, на мой взгляд, я считаю, это очень тоже хороший подарок. Это мы купили для сына зятя. Это пазлы 3D. Вот видите, какие они как бы развивающие. И, ну, довольно-таки интересный подарочек будет. Кстати, они очень интересно, чтобы их собирать. И это типа как конструктор. Ну, знаете, пазлы, как мы привыкли, что они как картинка. А эти пазлы собираются именно вот так вот, как башенки, Эйфелева башня. Это вот мотив Нью-Йорка. Вот еще, на мой взгляд, очень хорошая идея для подарка. Это аромалампа, аромасвечки и ароматические масла. Я думаю, что тоже такой вот подарок на Рождество, на Новый год будет очень-очень приятным. Ну, и это вот такой вот аппарат для приготовления фондю. Видите, он электрический, и здесь можно будет готовить и сырное фондю, и шоколадное фондю, и мясное фондю. Ну, в общем, для французов такой подарок всегда кстати. Ну, я думаю, не только для французов, потому что французская кухня, она знакома в разных-разных странах. В общем, тоже я считаю, что это неплохая идея. Еще хотела бы остановить свое внимание на вот таком подарке. Это мы тоже купили для дочки. Это вот такой вот, это как планшет. Таблета тактиля Электроник, она называется у нас. И по этой, так скажем, таблете, по планшету можно изучать английский язык и циферки, разные предметы. В общем, эта штучка разговаривает на двух языках. Также здесь есть игры. И, ну, в общем, это для развития ребенка вещь, я считаю, просто супер. Ну и вторая, тоже мы купили таблетку вот такую вот, то есть опять я говорю по-французски, это планшет, но уже как бы первая она более игровая, а это уже с системой Android, и стоимость, естественно, различная, если так, где-то она около 16 евро, то это 80 евро стоит. И здесь тоже можно изучать разные языки. Здесь есть игры, здесь есть мультики, песенки. Ну, в общем, для ребенка это тоже, для развития ребенка, это тоже вещь очень-очень важная. Я считаю, что такие вот развивающие игры это самое то для подарков для деток. Ну и поскольку завершу свой рассказ подарком, который я купила для мужа. Сначала я не хотела делать это видео, но поскольку получился такой конфуз, посылку не доставили домой, а доставили на почту. И я была уверена, что она упакована во втором картоне, но, как оказалось, видите, она упакована только в пленке. И я попросила мужа поехать забрать посылку, ну и таким образом он увидел свой подарок. Это, как вы видите, машина, которая охлаждает пиво. И что вы имеете дома, как пиво, как в баре.
И я считаю, для лета, когда приходит компания, ну, в общем, прохладительный такой, такое охлажденное пиво, это то, что надо. И как бы у меня муж не такой уж большой любитель алкоголя, но я думала, что ему это будет очень-очень приятно. Конечно, когда он принес эту посылку, он был рад до ужаса, сказал, что я ничего не вижу, ты можешь упаковать это все красиво. И, ну, как бы я ничего не знаю. Я, конечно, очень расстроилась, поскольку выбирала именно вот эту машину очень тщательно по отзывам, и как бы она сейчас стоит на первом месте по вот этим вот прессион, пиво прессион называется, ну, как в баре вот это, что наливают, что не из бутылки, поскольку, ну, как бы из бутылки он вообще это пиво не очень любит, но я думала, что будет сюрприз, но не получилось, поэтому показываю видео, тоже, может быть, кто-то возьмет эту идею для подарка своему мужу или любимому мужчине. Ну вот, такие вот у меня подарочки. Конечно, показала не все, поскольку то, что не видели, не знают, показывать не буду, чтобы не зашли раньше времени на канал и не увидели, что у них есть. И поэтому буду завершать свое видео, и буду, вон, видите, бумага у меня стоит, и буду, вон, тоже упаковочки разные, пакеты, все купила, сейчас буду заниматься упаковкой подарков к Рождеству. Все, дорогие мои, спасибо всем большое, что вы были со мной, надеюсь, что-то вам пригодится тоже для подарочков, для ваших родных, близких, и до новых встреч, пока-пока!